месяца раньше наш герой только что откинулся, я имел в виду, вышел из заключения. Заключение было по тем временам, английских преступников ссылали в Австралию. Там было, я скажу вам, нехило. Да нигде нехило, в принципе. Но добрался все-таки. Добрался! Каким образом, я только могу догадываться, как он мог добраться с Австралии в Англию, когда ему еще нужно отсидеть хотя бы 10 лет. Ведь он всего отсидел 10 лет. А по легенде 20. Не складывается. Но он добрался! Это уже не важно, как добраться, в принципе! Превращайся в себя кровью памяти моей, близко в город, кровью памяти моей. Спасибо.